размахом, соблюдая народные традиции, встретили Масленицу воспитанники детской школы искусств номер 2. Больше 5 лет ребята из ансамбля «Горница» в преддверии праздника проводят акцию «Блины». Блины – это символ Масленицы, символ народного праздника, проводы зимы и встреча весны. Все относятся к этому мероприятию очень серьезно, потому что они понимают, традиции нужно сохранять и приумножать, и никогда не забывать. Взяв руки под нос, воспитанники ансамбля отправились с народными песнями, прибаутками, потешками поздравлять всех учеников и преподавателей школы с праздником. Прощайтесь, пожалуйста. Бабушка, спасибо вам. Счастья, здоровья, радости. Затем участники ансамбля вышли на улицу, где рассказали прохожим о традициях и обрядах праздника, а также о том, как раньше на Руси праздновали Масленицу, после чего всех угостили вкусными блинами. Мне так понравилось, как они поют, как молодцы какие. Блин, ну это вообще замечательно, даже не ожидал. Это очень вкусно, приятно и вообще. Так что это стоит продолжать и соблюдать эту традицию. Масленичная неделя завершилась, и воспитанники ансамбля «Горница» уже начали подготовку к Пасхе. Ребята разучивают песни и водят хороводы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.